Ну вот, друзья, продолжение ролика вы видели, да, как вот я эти камни грел в печке. Вот, буквально они разогревались 10 минут при температуре чуть больше 200 градусов. Вот это мрамор океанический с древней раковиной. Представляете, в руках держать невозможно. Ну сколько камень, наверное, градусов 70, 80, может быть, 90 даже. В общем, буквально вот раз, раз, два, три. Все, 3 секунды я могу только удерживать его. Ай, вот этот вообще нагрелся. Древний, древний топорик. Какой-то материал интересный. Потом, значит, вот этот кусочек кремня. Ух, тоже раскаленный. Так, кусок сердолика, стал классный, но больше 3 секунд тоже держать невозможно. Но вот больше всего поразил, конечно, меня вот этот вот, вот этот инструмент. Он даже поменял цвет, он стал даже каким-то слегка фиолетовым. Вообще интересное преображение произошло у него. Всего 10 минут, и вот так вот преобразится. И вот этот камень... Раз, два, три, четыре, пять. Пятый камень, вот этот желтый камень, очень красивый, когда в воде прям ярко насыщенный желтый кварц. Вот сейчас все эти камни я буду использовать в прогревании своих органов внутренних через кожные покровы. И потом вам расскажу о своих впечатлениях. Но я думаю, что это будет очень классно. А вчера я уже попробовал то же самое сделать с другими камнями. Прекрасно спал просто и вообще великолепно. Ребята, это вообще кайф, конечно. Сейчас будем все это дело изучать. И вот что хочу еще заметить, что вот этот желтый камень я положу на печень. И потом он пойдет на поджелудочную железу, на желудок. А вот этот меч или зубило вот такое древнее можно будет положить на крестец или на желудок тоже. Посмотрим, посмотрим, ребята. Все расскажу. И цель моего эксперимента еще уточнить, сколько по времени они будут держать тепло. Но пока они не остывают, потому что внутри этих камней мощный тепловой кондиционер стоит. Вот он горячий просто. Смотрите, он уже начал отдавать. 2 секунды даже не могу держать его в руках.